День второй. Ди-ди. Так. Зима, холода. Может, сегодня пойти погулять? Только засыпаю, вставать надо. Ну, здесь вот такие ранние подъемы. Сейчас пойду анализ сдавать. Даже здесь меня поздравляют с прошедшим днем рождения. Какой-то низкокалорийный десертик принесли. Спасибо большое, вы лучше. Так, мои хорошие, на сегодня все процедуры закончились. К сожалению, аппетита у меня так и не появилось. Но вот чаечек без сахара, прошу заметить, я пью. Знаете, что хотела спросить? Следующая сторис будет очень важный опрос. И я очень хочу попросить вас ответить абсолютно искренне и честно. Вас очень много, у меня больше, чем 23 миллиона. Конечно же, в основном у меня женская аудитория, 70%, но 30% мужчин и парней тоже есть. И мне важно, чтобы вы не просто тыкали, а прям конкретно ответили на мой вопрос. Следующий сторис. Сегодня мороз и солнце, день чудесный. Спасибо большое, Верба Майер. Сейчас напишу пост подробно о том, что я здесь сделала. А я на работу.